Ты не спешил, Мартин. Возьмете его? Он гений. Я займусь им. Вы живете в Лондоне? Мне придется вернуться к своей жене и детям. Можно он поживет здесь? Играешь? На пианино. Чуть-чуть. Я гений. Я помогу тебе. Ты тоже будешь гением. Мы умеем готовить гениев. Это скрипка Никола Гальяно, 1735 года. Поздравляю с бармицвой, Давид. Еще раз. Вот через что пришлось пройти моим сестрам, родителям. Знаешь, сколько людей погибло вчера ночью, Март? 10 000! И никто даже не знает их имен. Сегодня его дебют на большой сцене. Ты не знаешь, куда он подевался? Нет. С превеликим сожалением вынужден вам сообщить, что исполнитель, на которого вы пришли, не сможет сегодня играть. Найди его. Думаю, я смогу его найти. Это будет твоим новым хобби, Мартин? Mm-hmm. На его поиски может уйти вся жизнь. Я ищу Дэвида Рапопорта. Район Арк. Гальяно, 1735. Гальяно, 1735. Вы ищете инструмент или его владельца? Обоих. Когда вы видели его в последний раз? Очень давно. Он виртуоз. Моего возраста. Тебе никогда не стать таким, как он. Зачем ты тратишь на него свое время? Наше время. Я все, что у него есть. Он играл эту песню как одержимый. Зачем ты это сделал? Не уверен, что ты поймешь. Гениально! Ты не обязан чувствовать себя виноватым.